Всем привет, это Grand Review, меня зовут Николай Гринько, и сегодня мы с вами говорим о наборе микрофонов Superlux F5H3. Тут еще есть такие буквы DRK, это Drum Kit, то есть барабанный набор. Эти микрофоны предназначены для озвучивания и записи звуков барабанной установки. В комплект входит пластиковый кейс, удобный для переноски микрофонов, и 8, собственно говоря, микрофонов. Давайте поподробнее остановимся на каждом из них. Микрофон для бас-бочки или большого барабана FK2. Он называется, он обладает очень хорошей отрисовкой по низам и высокой устойчивостью к возникновению обратной связи. FS6 – это еще один микрофон в наборе, он также обладает высокой устойчивостью к возникновению обратной связи, он предназначен для записи малого барабана или рабочего. FT4. Три одинаковых микрофона в наборе предназначены для записи звука томов. У них очень хорошая отрисовка в средне-низком диапазоне, и они также выдерживают большое звуковое давление. И еще один микрофон в наборе называется Hi10. Это конденсаторный микрофон формата карандаш, и, судя по названию, он предназначен для записи хай-хета. Он обладает высокой чувствительностью и низкими искажениями. Два одинаковых микрофона Hi8 предназначены для оверхед записи. У них широкий динамический диапазон и плоский частотный график. Набор микрофонов Superlux F5H3 предназначен для студийной записи, для живых выступлений, но, кроме прочего, этими микрофонами можно подзвучивать не только барабанные установки, но и другие музыкальные инструменты. Разговаривать о микрофонах можно бесконечно и так и ничего не понять. Чтобы что-то понять, нужно услышать. Давайте послушаем, как они снимают звук барабанной установки. Итак, это был набор микрофонов для подзвучивания барабанной установки Superlux F5H3. На этом на сегодня все. Всем счастья, удачи, здоровья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока! Крутейшие акустические цифровые рояли Kawai, современные компактные рекордеры Zoom, популярные струны Ernie Ball и много еще чего! И все это в Grand Mysterii! О, да!